В акции «Сотвори благо» участвуют не только детские дома и интернаты. Детский сад номер 9 комбинированного вида также нуждается в помощи. Учреждения посещают дети с ограниченными возможностями, родители которых не всегда могут оказать финансовую поддержку. Хотелось бы сегодня выразить слова благодарности тем руководителям, которые уже в течение многих лет оказывают помощь нашему дошкольному учреждению и неоднократно, а несколько раз в году. Именно благодаря этим людям наше учреждение выживает и может создать для детей необходимые условия для воспитания и развития. Огромное им спасибо. В рамках акции откликнулись такие предприятия, как «Тайга-продукт», «Алиот», «Лав» и другие. На выделенные спонсорами средства будет закуплено оборудование для детской площадки и приобретение малых архитектурных форм.